Мастерская Лалилу. У нас много материалов. Нет-нет, это не то. Разрезаем коробку. На картоне рисуем эскиз. Убираем лишнее. Термопистолет. Наносим текстуру. Розовый. Узор цвета металлик. Тики принесла трубочку. Спасибо. Наметим деление. Уровень. Приспособление готово. Бабуля присматривает за детками. Ох, малыши, растут не по дням, а по часам. Интересно, воспользуемся ростомером. Бабуля измерила рост детей. Ах, Маринет даже на сантиметр не вытянулась. Для активного роста деткам нужно молоко. Суперкот и Квинби выпили молочко. Вау, мгновенный рост. Но Маринет хочет шоколадное печенье. Ах, Лалилу, нужна твоя помощь. Немного волшебства. Маринет стала тоддлером. Примем ванну. Чистенькая. Рисуем глазки. Время маникюра? Нет. Подберем материал. Нарастим хвостики. Нужна укладка. Дайсон в помощь. Украсим прическу бантиками. Ничего. Где одежда? О, выпал топик. Перекрасим. Какую ткань выбрать? Розовая идеально. Распишем узором. Образ тоддлера Маринет готов, милашка. Эй, привет, я Маринет. Поиграем? А я Алья. Ой, кто это на дереве? Я достану ее. Поможешь мне? Маринет забралась на колесо. Ура! Девочке удалось снять божью коровку. Ой, что за малыш? Это бражник. Ты не слезешь с дерева, девочка. Я сломаю колесо. Ха-ха-ха. Ах, что же делать? Божья коровка наделила Маринет даром. Малышка превратилась в Леди Баг. Как здорово! Ах, это чудо! Я еще вернусь. Время волшебства. Вау, новая куколка. Коробку возьмем на поделке. Складываем пластик. Фоамирановые детали крепим к стенкам. Стелим мох, древесная кора. Пара камешков. Божьи коровки, добро пожаловать в новый дом. Закрываем террариум. Чудесно! Урок биологии. Вот, это мои божьи коровки. Скоро должен прийти Эдриан. Я всегда так волнуюсь. В класс вошел возлюбленный Маринет с милой кошечкой. Посмотрите, какие у Маринет прекрасные божьи коровки. Маринет открыла террариум, и ее питомцы мигом перелетели на Эдриана. Ой-ой, они запутались у меня в волосах. Кажется, он нравится не только мне. Тем временем кошечка Эдриана обиделась. А где моя кошка? Она пропала. Все побежали искать питомца Эдриана. А в пустой класс тем временем проник коварный бражник. Я забираю вас. Моих божьих коровок украли. Спасение питомцев – задачка для супергероев. Перевоплотим куколку. Нарисуем выкройку. Сошьем комбинезон по размеру. Черный воротничок.
украсим узором Божьей коровки. Не забудем маску. Скорее спасать твоих питомцев, Леди Баг. Бражник на пикнике. С ним похищены Божьи коровки. Ха-ха, наконец-то вы мои! Вот они! Я отвлеку его. А я скую. Что ты здесь делаешь? Бражник отвлекся, и Леди Баг опутала его йо-йо. Так-то не вырвешься. Вот твои божьи коровки, они в полном порядке. Отлично, идем отсюда. А бражник оказался в клетке. Там воришки и место. Маринет сладко спит. Совсем не слышит будильник. О, Эдриан, еще 5 минут. Эй, пора просыпаться, опоздаешь на работу. Тики разбудила Маринет чашечкой ее любимого кофе. О, спасибо. Нужно собираться. Возьмем черный бифлекс. Увеличим. Обводим детали костюма. Щелк есть. Собираем. Кофточка как раз. Воротничок. Мне бы еще юбочку. Эскиз. Ножнички к работе. Какая пышная юбка. Разрисуем фартук. Превосходная форма официантки для Маринет. Девушка повзрослела, теперь она работает. Тики, как я выгляжу? Великолепно, а теперь поспеши. В кафе уже первые посетители. О, здесь всегда такой замечательный кофе. Маринет снова задерживается. Я уже тут, простите. Пожалуйста, больше не опаздывай. Здравствуйте. Ох, привет. Маринет, ты здесь работаешь? Предложишь мне что-нибудь? Вот, наше самое вкусное печенье. Мне еще кофе, пожалуйста. Ах, я так волнуюсь. Он хотел кофе и печенье. Бедняжка Маринет так распереживалась, что съела все печенье из банки. Опс, больше нет. Прости, я принесла только кофе. Печеньки закончились. Я догадываюсь, почему. Ого, Маринет, у тебя животик. Я отведу тебя в больницу. Куда пропала Маринет? И печенье закончилось. Витамины готовим по рецепту. Все ингредиенты есть. Возьмем цветок, добавим масло и целый лимон. Смешаем блендером. Готово. Отрежем кусочек пластика. Разделим витаминки. Закроем фольгой. Витаминки помогут восстановиться. А, ей нужна помощь. У нее болит животик. Не переживайте, сделаем УЗИ. Все будет хорошо. А, что это такое? Ой, это же печенье. У меня есть средство от переедания. Выпейте витаминки. Маринет сразу стала лучше. Спасибо вам, доктор. А витаминки Маринет решила взять с собой. Поломашка пригодится. Отрезаем лишнее. Залепим пластилином. Покроем грунтом. Что тут у нас? Кисточка. Наденем бусины. Сверху закрепим манекен. Распишем фигурку узором лого Маринет. Бусинка. Шикарный манекен готов. Леди Баг затеяла стирку своей повседневной одежды. А, отдохну пока. Стирка? Ау, у тебя скоро встреча. Ах, я совсем забыла. Вещи мокрые. Я могу сшить новое платье. Леди Баг смастерила наряд. Ой, маленькое. В
второй вариант оказался очень большим. Тебе нужен манекен. Закреплю ткань, так гораздо лучше. Девушка сшила превосходное платье. Отлично сидит, и все благодаря манекену. Пора навстречу. Какой пластилин выберем? Белый. Разделим на части. Используем шаблон маски. Уберем лишнее. Украсим маску цветочками. Берем коробочку, делаем ячейки. Лого Маринет. Целый набор масок. Найдется для любого события. Маринет дома за ноутбуком. О, свидание с суперкотом, но он думает, что пригласил Леди Баг. А, надену маску. Нет, это совершенно не подходит. И это тоже. Кажется, тебе нужна помощь. Тики подобрала для Маринет романтичную маску. Гармоничный образ. Выглядишь прекрасно. Теперь я готова к свиданию. Тики выбрала маску и для себя. Суперкот ждет Леди Баг в парке. Ах, неужели не придет? Привет, Суперкот. Прости, я задержалась. Привет, я уж думал, не придешь. Суперкот, я должна признаться, кто я на самом деле. Маринет, я тоже должен признаться. Под маской суперкота оказался Эдриан. Привет, угадайте, кто? Тики, прекрасно выглядишь. Давай оставим маски в прошлом. Маски им больше не понадобятся, и Тики, конечно, тоже. Лучший свадебный салон Лолитауна открывает двери. Добрый день, что можете предложить? Давайте посмотрим эскизы, есть идея. Пожалуй, нам понадобится помощь Лалилу. Такая прическа не годится для торжества. Сейчас распущу хвостики. Примерим шапочку для парика. Синие ленты распустились на нити. Но ничего не видно. Собираем волосы в два хвостика. Инструменты за дело. Выкроем кружочек юбки. Перерыв на примерку. Не хватает акцентов. О, нужен яркий пояс. Отлично. Собираем рюши из кружевной тесьмы. Как нарядно. Пояс в стиле Леди Баг с черными полубусинами. Мастерим веночек из красно-черных ягод. Вау, это самое идеальное платье. Какая пышная юбка! Безупречно подходящие туфли. А венок выше всяких похвал. О, я прекрасна! Девочки, дайте ко мне лолифон, наберу Эдриана. Я собрана, как у тебя дела? Нашел костюм? Алло, милая, подходящего нигде нет. Не волнуйся, я выкручусь. Чего грустишь? Плак, что мне делать? До сих пор не выбрал костюм, а свадьба уже скоро. Придумаем что-то. Лалилу нам поможет. Ну-ка, снимем мерки. Ого, какой я большой. Доверься мне. Магия Лалилу создаст идеальный костюм. Я полетел. Щелк, получаем два шаблона. Подготовим белоснежную ткань. Ножнички, за дело! Передняя часть и спинка сложились в прекрасно скроенную рубашку. Эдриан, пора переодеться. Снимай прошлый наряд, время обновок. Дополним рубашку воротничком. Оу, джинсы износились, но ничего, ткань еще пригодится. Выкройки готовы. Идеальные брюки. Наденем зеленый жилет. А пуговки? Конечно, плюс бабочка.
Топ-топ. Обувь есть. Набросим пиджак. Элегантная шляпа дополнила лук. Плаг должен вернуться с минуты на минуту. Хе-хе, а вот и я. Взгляни, что захватил. Иди переодеваться. Тем временем Плаг читает комиксы. Ну как? Вау, выглядишь потрясно. Вот, укрась шляпу ленточкой. Эх, обувь немного жмет. Давай поменяемся. Отлично, теперь образ идеален. Тики и Плаг прилетели в лучшую кондитерскую. Свадебный торт должен быть супер. Приветствую. Чего желаете? Нам нужен великолепный многоярусный торт. Испечем с радостью. Разминаем тесто, раскатываем в пласт. Скоро все будет. Из пенополистирола вырезаем несколько кружков. Лишние детали сами отделились. Первый ярус готов, а вот и два верхних. По коржам стекает сливочная глазурь. Идеально! Окрашиваем половину в черный, угодим и жениху, и невесте. Формируем складки из тонкого фоамирана. Закрепляем жемчужные бусинки. На темной половине создаем потеки термоклея. А на часть невесты сбежались божьи коровки. Вау! Ты-дыщ! Снимаем колеса старой машинки. Устанавливаем подставку. Котик, кыс-кыс-кыс. Ой, оставил неоновые следы. Очень кстати. Кондитеры угодили и Маринет, и Эдриану. Но когда ребята пришли забирать торт, они были шокированы. Размер явно маловат для запланированного количества гостей. Ничего страшного, сейчас все исправим. Наша пекарня лучшая неспроста. Так, достаточно? Ого, настоящая магия, спасибо. Приходите на свадьбу наших друзей. С удовольствием. Жених начинает нервничать. А вдруг все сорвется? Спокойно, дружище. Боюсь. Как успокоить Эдриана и не испортить свадьбу? Поможет кошачья мята. Плаг использует магию. Вжух, мгновенно проросли. Nice. Готово, держи, друг. Фу, получше. Спокойствие, только спокойствие. Поливаем росток. Ого, быстро. Возьмем пару веточек. О, лаванда, хорошая идея. Складываем мини-букетик. Украшаем жемчугом. Дополним бутоньерку булавкой. Вау! Молодожены мчатся к месту церемонии. Эдриан абсолютно спокоен. Все гости в сборе. Ура! Жених и невеста! Поздравляем молодых! У всех шикарное настроение. Браво свадьбе! Браво молодым! Но неужели кто-то хочет сорвать церемонию? Стираем старый макияж. Мейк в лиловых тонах. Создаем волосы из двух оттенков шерсти. Прическу дополняют закрученные хвостики. Не позвать саму непогоду — невиданная наглость. Подбираем ткани. Выкраиваем пару штанин. Брючки готовы. Дополним комплект водолазкой. Рисуем белоснежные перчатки. Украшаем образ молниями. Лиловый круг с отверстием по центру превратился в конусную юбку. Появился рельеф. На лице фиолетовая маска. О-ха-ха! Берегитесь, молодожены! Все гости довольны, кроме одной дамы. Кто это? Ее никто не звал. Свадьба в самом разгаре.
Торт – шедевр кондитерского искусства. Подружки в предвкушении. Невеста собралась бросать букет. Кто же следующая пойдет под венец? О нет, и без того сердитая непогода получила по голове цветами. Ах, мне? Букетом? А, держитесь! А, непогода! Бежим! Маринет и Адриан решили поскорее трансформироваться, чтобы дать отпор незваной гостье. В этот раз нужно спасти торжество. Берегись, непогода! Ха-ха-ха! Ладно уж, я сегодня добрая. Никто не пострадает, но все останутся без десерта. О, нет! Торт – произведение искусства! А-а-а! Ха-ха-ха! Попрощайтесь с ним! Что же делать? Не страшно. Пусть торт не такой красивый, зато точно вкусный. Угощайтесь! Гости остались в восторге. Прошло время. В семье пополнение. Первый пупс синеволосый, как мама. Мальчик одет в синие штанишки, кофточку и футболку в горошек. Ну что за красавчик? Компанию сорванцу составляет белокурая девочка. Еще та непоседа, уж поверьте. Малышка похожа на папу, а мальчик на маму. За ними присматривает Тики. Сегодня она в роли няни. Бедняжка испробовала все способы угомонить проказников. Но все зря, детишки шумят пуще прежнего. О, силы покинули меня, они разгромят дом. Плак пришел на помощь. Так, малыши, пусть Тики отдохнет, я вас покатаю. Время активных игр. Летим! Полнейшая раскрутка! Ну что, устали наконец? Ура, пора спать! Спасибо, но это ненадолго. Нам нужен укачивающий центр. Сейчас закажу. Используем пластиковые контейнеры. Матрасики заменит поролоновая губка. Кружок и второй. Эластичный бархат послужит обивкой. Каждому непоседе достанется свой цвет. Обтягиваем подставку фетром. В центре светится след лапки. Леди Баг и Супер Кот будут в восторге. Вам доставочка. Ого, так быстро. Спасибо, вот оплата. Укачивающие центры пришлись малышам по вкусу. Теперь каждый ребеночек спит на своей половине. Ничто не потревожит их сладкий сон. Какая полезная вещь! Оу, еще в костюме суперкота почувствовал, потеплело. Пора отправляться в жаркие края. Из черной ткани выкраиваем одежду полегче. Шорты – другое дело. Особый след кошачьей лапки выдает супергеройские вещи. Адриан, живо переодеваться! О, так гораздо лучше! Дополняем майкой в кошачий след. Яркий и стильный наряд ему к лицу. Привет, легкие шлепанцы! Какая жара! Адриан, у нас контракт! Помню! Съемка в рекламе пляжной одежды принесет компании миллионы. Давай только быстрее, скоро мой самолет. Улыбочку, расслабься, словно ты на Лальдивах. Смотри, какую красоту отсняла. Вау. Как же вывести бражника на чистую воду? Оповещение? Что? Точно, день вылета? Едва не прозевал. Самое время достать чемодан. Нужно взять с собой все необходимое. И напоследок сменить свой суперкостюм на пляжный. Ура, управился вовремя. Из старого кошелька получится отличный чемоданчик. Леди Баг, черные пятнышки специально для твоего багажа. Как же его вести?
Детальки Лего выручат. А из коктейльных трубочек получится отличная ручка. Доставить багаж до аэропорта запросто. Мой первый совместный отдых с Адрианом. Ох, это будет лучший отпуск. Самое время собирать чемодан. Ох, я только начала. Подожди немного. Окей. В суматохе Маринет сгребает все свои вещи. Но даже такого большого чемодана не хватает для девичьих безделушек и нарядов. Давай поднажмем вместе. И раз, и два. Ура! Ура, приключения! Из пары цветов фоамирана мастерим паспорта. Добавим надписи. Внутри вся личная информация и визы. Билеты уже наготове, скорее в полет. Адриан поглядывает за паспортами и билетами. Объявляется посадка на рейс Париж-Багамские острова. Подскажите, а какой вес ручной клади? Маленький монстрик, посланный бражником, не теряет времени зря. Он намерен украсть паспорта ребят. О нет, ловите его! Держи воришку! Фу, Адриан все же настиг проказника. Возьмите, просто маленькое недоразумение. Из черного фетра вырезаем маску для сна, обклеиваем ее принтом. Заготовки для подушек уже в руках Лалилу. Соединяем и наполняем синтепоном. Синельная проволока-пружинка. Распрямись. Сладкие сны обеспечены. Герои ищут свои места. Упс. Адриан замечает у иллюминатора бражника. Неужели вздумал сорвать рейс? Вот негодяй. Ложная тревога. Эй, смотри, вот билеты. Мне нужен отпуск не меньше твоего. Злодеи любят погреться на солнышке? Ну что ж, могу расслабиться. Старая резиновая игрушка обретает новую жизнь. Придаем глянец. Первым делом нужно купить новый круг для плавания. Здравствуйте, есть круги? Конечно, смотрите на том стенде. Вау, акулы! Ой, фламинго! Матрас поп-ит? Все это не в ее вкусе, но этот круг в горошек в самый раз. Беру его. Thank you. Спасибо за покупку. Приходите. Bye. Скорее знакомиться с местными отдыхающими. Здесь все такие дружные. Маринет в восторге. Wow. Дельфинчик облюбовал круг. Какая прелесть. Пойду поплаваю вместе с ним. Дружочек, спасибо. Ты классный. О, ужас! Пока все наслаждались отдыхом, корабль захватили кракены. Без паники, я наведу здесь порядок. Вау, это же Леди Баг! Отважный Квами помог прогнать захватчиков кракенов. Спасибо за наше спасение. Не волнуйтесь, я всегда рядом. В раздевалку большая очередь. Ну ты скоро? Да, уже выхожу. Ох, когда уже я? Следующий. Yep. Девочка, будь добра, помоги. Котенок попал в беду. Okay. Где же он? Да вон там. Сел на лодку, а она отчалила. Ждите здесь, я позову на помощь. Леди, вы так похожи на ту девочку. А что это за странная штука? Йо-йо, с его помощью я зацеплю лодку. Спасибо вам. Мой малыш со мной. Готовим шаблон из офисной папки. Классный принт доски. Обводим заготовку. Получится отличный серф. Суперкот не может обойтись без своего знака. Даже в море его сопровождает кошачья лапа. Доска для серфинга идеально сочетается с нарядом. Вместо активного отдыха наш герой предпочитает нежиться на солнышке и серфить интернет. Ау, Адриан! Доска стоит без дела. Точно, я же забыл о новеньком серфе. Вперед, испробуем!
Уф, пожелай мне удачи. Но парень ловко покоряет волну за волной, а Маринет запечатляет все на смартфоне. Бррр, зябко. Держи пледик. Thanks. Друзья вместе просматривают фото и отбирают лучшие кадры. Коктейльные трубочки – ваш выход. Соединяем вертикально. Из пластиковой детали и палочек для кофе получился каркас купола. Цветной фоамиран пригодится для купола. Классное сочетание. Яркий зонтик – то, что нужно на пляже. Отдыхающий нежится под солнышком. Маринет тоже хочет классный загар. Может, тебе стоит нанести солнцезащитный крем? Нет, на меня отлично ложится загар. Заботливая Тики принесла крем, но упрямству девушки нет предела. Эй, проснись скорее! Что с твоей кожей? А? Где я? Сейчас принесу зонтик. Суперкот позаботился о девушке, а сгоревшую кожу успокоит заживляющий крем. Thank you. Как же так? Мы тебя предупреждали. В следующий раз прислушаюсь. Силиконовый крокодильчик делает кусь-кусь. Смастерим из его половинки ласты. Выкраиваем заготовки и дополняем креплениями для ног. Из прозрачного пластика изготовляем маску. Украшаем маску лапкой, а вот и трубочка. Юху! Вперед покорять пучины океана! Погрузившись в воду, Адриан наслаждается красотой кораллов и морской фауны. Вау! Поверить не могу! Сундук! Пиратский? Кракены, подвиньтесь! С ума сойти, сколько сокровищ! Припасу самый красивый камешек для Маринет. Ай-яй, солнышко, ну зачем так слепить? Из пластиковой папки вырезаем линзы. Вставляем линзы и дополняем дужками. Солнце не страшно, когда под рукой солнцезащитные очки. Идеально, спасибо. Hi. Ох, как же устал. Здесь свободно, я выпью коктейль. А, мои очки! Простите, мисс, я ненарочно. Маринет убежала в слезах, испортилось все настроение. Представляете, это мои любимые очки. Погоди, я мигом. Что же в коробке? Вау, какие красивые, совсем новенькие. Маленький подарок от нас. Как жарко. Сил нет справляться с жарой. Алло, Адриан, принеси воды, холодненькой. Мини-коробочку обклеиваем фоамираном. Холодильничек похож на корзинку. Оу, милая божья коровка, охлаждающая кола уже в пути. Девчонки, доставка прибыла. Thank you. Адриан, ты наш спаситель. Какой крутой отдых. Пластиковую формочку грунтуем, затем слой красного. Завершаем покраску пятнышками. Не забываем и о козырьке, выкраиваем. Супер, подходит! Стильная кепка готова. Даже в отпуске не обойтись без заданий. Но из веранды отеля открывается такой чудесный вид. О нет, порыв ветра сдувает кепку. Ну все, прощай, кепочка. Она возвращается. Это дельфинчик. Как ты вовремя, спасибо. Сделаем селфи на память.